Каждый год в третье воскресенье июня страна отмечает День медицинского работника. Это профессиональный праздник людей, без которых бы не было будущего у нашей нации. Этот день мудрых, сильных, добрых и милосердных мужчин и женщин в белых халатах. В эти дни вы как в бою на передовой. К вам приковано внимание всего мира. На вас лежит большая ответственность победить коронавирус. Пусть жизнь подарит вам здоровье, долголетие, успех и благополучие. Спасибо за ваш опыт, знания, терпение и самоотверженность. Пусть в эти нелегкие дни борьбы с коронавирусом вас не покидает уверенность в себе. Пусть крепнет уважение и доверие друзей, любовь и понимание близких. Мы обязательно выстоим, ведь врачи – особенные люди. Пусть работа приносит радость и удовлетворение. Пациенты быстро идут на поправку и возвращаются лишь за тем, чтобы еще раз искренне поблагодарить за помощь. Вы – герои всех времен и народов. Вы совершаете подвиги ежедневно, спасая жизни, давая надежду, вселяя веру. Пусть ваше здоровье будет крепким, дух сильный, а жизнь счастливой. С Днем медика!